пешеход, человек, передвигающийся пешком, один, то есть с помощью ног, методами ходьбы, бега или прыжков. Согласно ПДД в РФ, пешеход – лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее на ней работу. К пешеходам в РФ приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску. В некоторых сообществах к пешеходам приравниваются люди, передвигающиеся с помощью роликовых коньков, скейтбордов и инвалидных колясок, в том числе с электроприводом. 2. Пешеходный туризм является одним из видов спортивного туризма. Передвижение пешком используется в некоторых видах спорта, например, таких как бег босиком. Велосипедист – человек, передвигающийся за счет собственной мускульной силы, направляемой на вращение педалей, на транспортном средстве, отнесенном по своим характеристикам к велосипеду. Водитель – лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стада. К водителю приравнивается обучающий вождению.